Многие годы дорога на улице Полка Нормандия-Неман была примером того, как не должно быть. Многочисленные ямы и выбоины на ней были кошмаром автомобилистов. Но уже совсем скоро улица предстанет перед горожанами совершенно в другом свете. Капитальный ремонт дорожного полотна здесь близится к концу. Осталось только положить верхний слой асфальта. Подрядчик обещает полностью выполнить работы к 1 июля. Здесь будет закончена укладка уже основного слоя асфальтово-бетонного покрытия с гарантийным сроком. Гарантии даются от 3 лет, гарантия. Но еще раз хочу сказать, что по тем обязательствам, которые сегодня на себя принимает подрядчик, эта дорога будет работать при такой интенсивности движения более 5 лет без капитального ремонта. Вообще местечко Пустышбор идеальными дорогами никогда не отличалось. Теперь, видимо, свой статус Ивановского эпицентра бездорожья этот микрорайон потеряет. На ремонт основных его дорог, а именно на улицах Люлина, Полка, Нормандия, Неман, Низовой и Носовой, из городского бюджета было потрачено более 56 миллионов рублей. Причем обустроят не только проезжую часть, но и тротуары. В первую очередь, конечно, отремонтируем основную проезжую часть, поскольку эти работы ведутся асфальтоукладчиком. Ширина захвата полосы одной ориентировочно где-то 4-4,5 метра. Вот, сначала положим верхний слой на гранитной основе, да, потом уже будем доделывать все остальное. То есть будем восстанавливать по мере возможности, по мере необходимости тротуары, газоны. Будем убирать, конечно, всю строительную грязь, будем убирать дикую поросль, которая вдоль домов растет. Дорожные работы ведутся ночью, так что автолюбителям не мешают. Продлится ремонт основных транспортных артерий местечка Пустышбор до конца августа. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.